Дмитрий Бутеров – это популярный рыболовный видеоблог, который ведет Дмитрий Бутеров. Если вы любите рыбалку и хотите знать о ней больше, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Привет, друзья! Сегодня хочу показать одну очень хорошую летнюю насадку для ловли всего семейства карповых. Лещ, карп, карась, плотва. В моих руках это ягоды чернослива. Можно использовать как для удочки, можно также и для фидерной ловли использовать эти ягодки. Смотрите, вот берем ягодку, можно нацепить целиком, в принципе, на крючок, а можно, в принципе, на большой, а можно, в принципе, оторвать и нацепить, например, на маленький. То есть отрываем небольшой кусочек, комкается очень хорошо, то есть превращаясь, так сказать, в шарик. Этот получим пока. Вот, получается такого рода шарик, уже под более маленький крючок, например, для той же самой удочки. Вот. Повторюсь, друзья, подходит только для ловли семейства карповых в летнее время, такой как и июль месяц, когда на удочке очень этаки жарко. Чернослив, ягода. Чернослива. Можно чуть-чуть так оторвем. Давайте возьмем еще ягодку, порвем ее на кусочки. Лепится как, друзья, пластилин, в принципе, так. Очень хорошо лепится. Это ягодка, ее лучше всего, конечно же, из семейства карповых обожают карасик на озере. Правда, на размеры никак не играет, не влияет, какой карасик есть. Тут и, в принципе-то, ловится, маленький так маленький. Да, и для той аудитории, кто думает, что это та самая супер-пупер насадка. Против бесклювья она не работает, и с километров на нее рыба не всплывается. Это не она. Вот такие ягодки. Можно даже целиковую, в принципе, нацепить. Но это уже против крупной рыбы, такой как карп. Здесь используются большие крючки, или, например, крупного леща. Тут уже крючок понадобится достаточно этакий большой номер, ну, 12 и даже 14. Повторюсь, друзья, можно использовать как фидерные ловли, также можно использовать и для ловли на удочку. Всего семейства карповых в летнее время, таком как в июле. Всем удачи, всем пока. Спасибо, что посмотрели наше видео. Мы надеемся, что оно было для вас полезным и интересным. Если вы хотите узнать больше о теме нашего видео, подпишитесь на наш канал и поставьте лайк. Также не забывайте делиться нашим видео с друзьями. До новых встреч!